Экономика, бизнес, финансы. Программа «Экономика». У микрофона Ольга Близина. Здравствуйте. У ФНС обновила реестр субъектов МСП. Актуализация происходит на основе отчетности, позволяющей определить величину дохода за предшествующий год и численность работников. Наличие сведений о компании или предпринимателе в этом реестре является одним из условий для получения мер поддержки, участия в закупочных процедурах. При отсутствии отчетности и по ряду других причин налоговики могут компанию из реестра исключить. АИП после исключения не сможет в течение 3 лет снова пройти регистрацию. Проверить, включен ли налогоплательщик в реестр МСП, можно на сайте Федеральной налоговой службы России через сервис «Единый реестр субъектов малого и среднего предпринимательства». Сейчас там 17,5 тысяч организаций Кировской области и 26,5 тысяч ИП. Программа «Экономика». Кировчанина будут судить за создание липовых фирм. Его обвиняют в 23 эпизодах экономических преступлений по статьям «Незаконное образование юридического лица через подставных лиц» и «Покушение на незаконное образование юридического лица». По версии следствия, кировчанин неоднократно представлял в налоговую данные о подставных директорах и учредителях организаций, которые на самом деле бизнесом не занимались и лишь предоставили свои паспортные данные за деньги для регистрации ООО. По данным следственного управления, дело в ближайшее время будет направлено в суд для рассмотрения по существу. Экономика на 101 FM. В кировских СУЗах будут учить на современном оборудовании. В этом году появится 12 новых мастерских в Кировском многопрофильном техникуме, Нолинском политехническом техникуме и Слободском колледже педагогики и социальных отношений. Молодые люди смогут там и учиться, и сдавать практическую часть экзаменов. Так, в Нолинске появится мастерская по компетенции сити-фермерства. Студенты смогут выращивать сельхозкультуры при помощи гидропонных и аэропонных установок. Также техникум получит 5 новых тракторов. 9 подобных мастерских уже работают в технологическом и медицинском колледжах. Экономика. В завершение о валютах. Официальный доллар на сегодня 73 рубля 14 копеек. Евро стоит 86,99. Ольга Близина. Новости экономики в Кирове. Программа «Экономика» на 101 FM.